как же к нему отнестись серьезно? В общем, только что вот я выходил там, пока выходил, позвонил Жозе Боррель. Значит, рядом была с ним Урсула фон дер Ляйен, и они так обратились ко мне с большой просьбой, говорит, там, Александр, у вас сегодня, говорит, будет из Бельгии товарищ, один, зовут его Крис. У нас большая просьба ему слово не передавать, потому что он не является, в общем-то, выразителем идей нашего евразийского сообщества. Ну, смотрю по сторонам, где же Крис, думаю. А вот он, Крис, приехал из Бельгии специально к нам на праздник. Значит, бельгийский партизан, который, в общем-то, пробился через все заслоны. И сегодня мы его видим. Крис, великий патриот Европы, великий патриот России, человек, на самом деле, легенда. Крис, тебе слово, пожалуйста. Я слово, да? Хорошо. Добрый день, с праздником, товарищи, друзья. 1 мая для вас праздник, для меня не так, потому что я сам не очень люблю работать, то есть это хорошо. Ну, конкретно. Я бельгиец, я тоже представитель ДНР Бельгии. То есть вы понимаете, что бельгийская служба думает об этом. Я в Бельгии нахожу на списке террористов, потому что я за Россию. Это жизнь, да. Ну, как вы говорите, волков боятся, в лес не ходит, да? Да, ну. Хорошо, я буду не так долго говорить. Один пункт. В прошлом году спецоперация начинался. Я 1000% поддерживаю спецоперации России. Потому что Россия не только сражает за Россию, но я думаю, я уверен, что Россия тоже сражает за земли. Если Россия не побеждает, везде будет этот фашизм от Клаус Шваба, что вы сказали там, да? У нас будет везде чип-имплант, как это, искусственной интеллигенции, который владеет у нас, это будет просто ад. То есть, выбор нет, Россия должна победить и будет победить. Но я тоже музыкант, пишу стихи, и я хочу, если могу, стихи говорить, что я писал уже давно. Секундочка, ага. Это стихи о России. Вы понимаете, что я сам не русский? Это называется «Если тебя больше не будет». Я не могу представить, что тебя больше не будет. Я даже не могу представить, что ты будешь другой. Ты была, ты есть и ты будешь. Я пытаюсь убежать от тоски. Она преследует меня. Только у тебя я нахожу утешение. Я тебе бесконечно благодарен за то время, что я провел с тобой. Я не могу представить себе, что тебя больше не будет. Кто подержит мои руки, чтоб научиться ходить? Кто меня научит бежать? Благословение, ты Божий всех стран, ты плод Божьих рук, ты моя единственная надежда, ты моя святая матушка Россия. Я не могу представить, что тебя больше не будет. Если ты умрешь, я тоже умру. Ты научила меня видеть свет во всей этой темноте. Почему я так часто далеко от тебя? Тоска раздирает меня, как я стремлюсь к тебе, как я люблю тебя. Жестокие силы хотят изгнать Бога от тебя, но твоя любовь глубоко в сердцах твоих детей. Иногда солнце спрятано сумрачными облаками, но сквозь все темные времена она продолжает давать свое тепло. Я не могу представить себе, что тебе больше не будет. На каких полях я смогу танцевать? Выплескивая свою радость, какая земля примет мои слезы? Есть всего одна страна, где может стоять мой дом. Есть всего одна страна, где я дом. Мой дом — это ты, Россия. Спасибо. И еще...